Всем привет, ребята! Сегодня с Лисюнькой мы запускаем Share a Challenge. Поделись челлендж. Мы решили в этом году собрать все игрушки Лисюньки, в которые она уже не играет. И не только игрушки, но и ее одежду. И вот новогодние игрушки у нас остались с елочки, которую мы украшали. Мы решили все это собрать и отдать волонтерской организации. Давайте посмотрим, что Лисюнька у нас отдает. Лисюня собрала туфельки свои. Да. Это игрушечные туфельки. Вообще весь этот пакет, это пакет с костюмами. Смотрите, что здесь есть у Лисюни. Помните это видео на ее канале, когда она у нас была невестой? Ладно. Вот такая вот у нас была красота неземная. Но Лисюня сказала, что все, наигралась, и можно теперь это кому-нибудь подарить. Какая ты моднючая, Лисюнька! Ты прям невеста настоящая. Давай покажем, чем мы еще с тобой поделимся. Ребят, кстати, смотрите, как много игрушек у нас получилось. Это огромная коробка, но она не одна, здесь две коробки. Возможно, мы успеем, и кто-то еще не нарядил елочку, и кому-то эти игрушки будут на пользу. Да ведь, Лисюнь? Поэтому... Надеюсь, что мы делаем хорошее дело, да? Но если нет, то волонтеры отдадут это кому-нибудь на следующий год, да? Угадать, кому мы отдаем эти игрушки? Кому мы отдаем эти игрушки? Деду Морозу! Да, точно, Лисюнь, мы отдаем Деду Морозу. Дед Мороз от нас с тобой передарит эти игрушки деткам, которые нуждаются. Да? Он же умничка, Дед Мороз. Он исполняет желания, да? Да. Так, давайте посмотрим, что еще здесь есть у Лисюни. Ну, здесь у нас костюмы разные, волосы, да, Лисюня? Парики всякие прикольные. А еще, смотрите, мы отдаем игрушки. Это игрушка Барби, прямо в сумочке, новая. И она даже работает. В ней батареечки есть, мы ничего не доставали, она пищит. Это собачка. Это Алисин рюкзак. Помните, мы его покупали совсем недавно, для того, чтобы Алиса ходила в школу. Но теперь у Лисюньки другой рюкзак. И этот нам больше не нужен. Он новый, Алиса с ним сходила в школу всего один раз. Надеемся, что он кому-нибудь понадобится. Еще есть один рюкзачок. Это рюкзак для прогулок. Он из силикона такой, да, Лисюнь? Прикольный детский девчачий рюкзак. Тоже надеемся, что какая-нибудь девочка с удовольствием будет его носить, да? А еще смотрите, совсем недавно мы купили Лисюньке шапочку. Вот такую красивую. Смотрите. Платье, да, мы очень много платьев отдаем, нарядных. Да. У Лисюни их много, они и маленькие да, стали. Тоже. Вот смотрите, какая шапочка, тоже совсем новая, Лисюньке она маленькая оказалась. Какой-нибудь девочке будет в самый раз, малютки, да? На годика 3-4, наверное, да? Или 5, да, ты у нас крупненькая, может быть, поэтому тебе она была мала. Вот платье. Помните это платье? Лисюнька в нем ходила гулять со своими подружками. С Алиной и с Юляшкой. И на улицу одевала это платье. Теперь оно и маленькое, к сожалению. Сейчас еще покажем вам, что у нас есть. Здесь очень много одежды. Прям много-много-много одежды Лисюнькиной. Азбука, которая есть для Маруси. Азбука, это очень полезно, Лисюша. Это в самый раз кому-нибудь, да? Буковки кто-нибудь будет учить, какой-нибудь ребеночек маленький, да? Да, для любого возраста. Кто буквы не знает, это очень подойдет. Еще мы отдаем трюмо Лисюньке, так как у нас есть теперь новое, крутое. Еще мы собрали огромный пакет маленьких игрушек. Он очень большой, я сейчас вам покажу. Смотрите, какой огромный пакет. Сколько много маленьких игрушек. Здесь и маленькие пупсики, и мышки какие-то, и бабочки, и ежики. И бабочки. Да, и бабочки, чего только нет. И поняшки всякие. Будем надеяться, что кому-нибудь эти игрушечки понравятся, и детки будут ими играть. Да. Так, здесь у нас кухня игрушечная и домик Эви. Вот такой складной домик Эви. Лисюнька совсем в него не стала играть. Он новый, абсолютно новый. А это мячи для мальчиков. Это для мальчиков игрушки, мячи. Один даже на батарейках работает. Алиса, не дури, не дури. Мальчишки будут в восторге. Здесь у нас кроссовочки Лисюнькины. А сюда мы сложили разную мебель. Вот такую маленькую всякую.
кроватки, кухни. Да, это все для кухни, для ванной. Тоже детки будут играть. Может быть, кто-то построит кукольный домик, и эта мебель пригодится. Котята, собачки. Вон еще котенок. Да, здесь много очень игрушек. Костюмы сейчас будут, Алиса, в самый раз. Скоро Новый год, и, возможно, у кого-то из деток еще нет новогоднего костюма, да? Поэтому мы решили сложить костюмы лисинкины. А, осторожно! Еще вот такие крылышки хотим тоже отдать. Раньше это платьишко лисюньки было большое, а теперь оно стало маленькое. И нужно им поделиться с какой-нибудь маленькой девочкой. Какая-то маленькая девочка на этот Новый год будет Рапунцель. Да, лисюня? А может, даже Рапунцель с крылышками. И костюм русалочки мы тоже отдаем. К сожалению, лисюньке он оказался маленький. Но смотрите, какой он красивый. Супер! И вот эти перчатки тоже отдаем, кошачьи лапки. Нет. Yeah. Да. Yeah. Алиса, они те маленькие. Нет, yeah, вот и. Ну ладно, кошачьи лапки тебе оставим. Алиса, снимай крылышки бабочки. И будем все вещи переносить в машину. Нас уже ждут. Вся семья у нас участвует в этом челлендже. Мы призываем и наших подписчиков тоже поучаствовать в нем. Да, можно я еще кое-что скажу? Пойдем, что покажу. Ребята, у нас вот эти камки, они нам что-то тут сделали, камки. Какой кошмар. Эти камки. Лисюнь, ну будем надеяться, что это к счастью. Да? Да. К деньгам. О, у нас практически весь багажник уже забит игрушками, одеждой. Да, лисюнь? Всякими полезными вещами для детей. Алиса, почему нужно участвовать в таких благотворительных челленджах? Чтобы Деда Мороз больше подарков принес. Но если вы просто не отдашьте ему игрушки, то он принес только одну игрушку. Раз в год нужно обязательно избавляться от старых игрушек. Даже не от старых, а от тех, которыми не играли, да? Да, чтобы у тебя было больше игрушек. Да, у тебя тогда придет намного больше игрушек новых. Малыший! Рыжий, привет! Привет! Ребята, Оси! Смотрите, кто к нам пришел! Мы здесь. Поззи, привет, мальчик. Привет. Давайте сделаем еще одно доброе дело, покормим нашего кота. Ребята, сейчас мы принесем ему корм, мы специально для него покупаем, но жить у нас дома он отказывается. Он не хочет, он уличный кот. Только заходит. Мы ему предлагали, вот смотрите, услышал нас, пришел. Только заходит, да? Только заходит покушать, все, он ждет, сидит. Папа, не все входит, да? Все войдет. Все войдет, отлично. Конечно. Ой, там какая-то мелочевка. О, лисюнькины всякие прибамбасики. Не все мы убрали до конца. Сейчас несу корм, сейчас. Папа, поднимешь мелочевку, ладно? Прибамбасики. Да вот, мелочевка упала у тебя. Не до конца мы все подчистили, очистили. Все нужно лисюне, да, лисюнь? Так, ну что, пойдем рыжего кормим и поехали. У нас рыжий на позика не очень откликается, но мы его зовем то рыжий, то пози. Кушает, умничка наш, кушает. Но гладить не будем его, да, лисюнь? Он да. Грязненький все-таки. Да, потому что мы едем. Давай, пози, усаживайся. Рыжий, папа! Пози, рыжий. Какой он умненький, да? Это наша работа, это нам на год сделали подарок, такой типография из кусочков. Коллаж собрали сами и подарили. Да, мы сейчас знакомимся с Мариной, с Наташей. Благотворительный фонд «Золотые сердца». Нам предложили попить чаек, познакомиться поближе. И я вам как раз вот показываю. Смотрите, сколько здесь вещей. Это все, это мы вот отдали. Это кто-то еще отдавал, да? Это вы сейчас Дед Мороза, да, ждете, чтобы уже дальше раздавать. То есть фонд работает, все настоящее, ребят. Не только у нас детки, но еще и ветераны. У нас продукты, сладости, мандарины будут, там пряники заказали. Тоже поедем. А это ваши награды, да? Да. За этот год. Да-да. Отлично. Ну не могу удержаться, показываю вам все награды, дипломы.
фонда «Золотые сердца». Смотрите, как много. Дедушка Мороз пришел, сейчас будут переодеваться. Это лисюнички подарили, подарочки. Игоря, мама нам постоянно... Спасибо огромное. Вот так превращается в Деда Мороза. А это Снегурочка, да. Это секретная информация. Алиса. Я это уже всегда знала. Ты знала это, да? Да. Ты догадывалась, что так оно и есть. Как это оно и есть? На Новый год Дед Мороз все равно приходит. Настоящий. Просто заранее. Да. Заранее мы репетируем. Это репетиция, доченька. Да. Так. Бороду сейчас завяжешь. Марин, застегивай. Возьми, не видите. Что-то это нормально. Алиса, это просто репетиция. Да. А нас не говорит, дедушка Мороз, не кажется, еще на нас затянуть. Да, спадает. Господин, что? Лисин, красивый Дед Мороз со Снегурочкой. Игорек, да, на работу приехали. А Лисин, сейчас как-то оденем, да? Снегурка больше понравилась. Снегурка понравилась. Кристин, давай мы тебе... Там тоже есть рукодельницы, они нам делают такие подарки. И мы на праздниках с детками в них танцуем. Опа. Марина, а знаете, вот это... Лисюнь, ты такая красивая. Ну ничего себе. Еще и лисюньку украсили. Лисюша не осталась без подарочков. Да, дочь? Как приятно, да, лисюнь? Да. Вот это тебе за добрые дела. Да? Да, за то, что я отдаю деткам. Да, за то, что ты отдаешь деткам игрушечки. Мы предлагаем всем детским каналам принять участие в челлендже «Поделись». Это здорово. Делать добрые дела – это круто. Супер! Это супер! Алис, тебе понравилось? Будем теперь всегда сюда приезжать, да? И отдавать твои игрушки, да? А волонтеры будут сами распределять, кому они нужны, правда? Всем пока-пока, ребятки, делайте добрые дела!